Мы рады вас приветствовать в нашем торжественном мероприятии. Сегодня мы открываем третью очередь нашего завода. Позволит поднять объем выпускаемой продукции на 40%. Поэтому я хотел поблагодарить наших инвесторов за то, что, как в том мультфильме, помните, было, строили, наконец построили. Да, вот молодцы, построили. Хотел, конечно, поздравить работников предприятия, то, что у них предприятие сегодня полного цикла, более миллиарда бутылочек, маленьких, побольше и больших, будет предприятие выпускать после ввода в эксплуатацию третьей очереди. Ну и по старой традиции мы всегда награждаем тех людей, которые внесли наибольший вклад в развитие этого предприятия. Поэтому поздравляю вас всех и хотел приступить к процедуре награждения. Поздравляю! Администрация Алексеевского района, который составляет 166 единиц. Вот. Ну, вот, например, в Туле мы новую штатку утвердили на 570 тысяч 825 человек. У вас сколько? 72 тысячи получается? 73 тысячи. То есть вы в 7 раз, ну даже больше, в 8 раз меньше Тулы. А штатку вы просите в соотношении в 2 раза больше, чем Тулу. Например, в Туле у нас будет 3 заместителя, а у вас аж 5. Ну, это сейчас это действующее. Действующее. При этом вы, вот смотрите, вот не вы, не Юрченко, вы уже, так сказать, по нашему вот, договоренности, так сказать, вы в принципе работать не должны, потому что вы дошли до пенсионного возраста. Правильно? Или. Почему это не соблюдается, Любовь Сергеевна? Иван Сергеевич, ну здесь индивидуальный подход. Не должно быть индивидуального подхода. Я не против того, чтобы люди работали. Пожалуйста, пускай работают, но пускай идут, работают в бюджетное учреждение. Для этого и есть муниципальная государственная служба, Любовь Сергеевна. Потом мы все говорим, почему у нас нет нормальных руководителей. Потому что человек должен вырасти. Руководитель нормальный, к 40 годам он формируется. А чтобы он сформировался к 40 годам, он должен, так сказать, пройти определенные ступени, он должен набраться определенного опыта. Ну и чего? Вот мы держим опять, у вас, посмотрите, половина руководящего состава – это индивидуальный подход. Пожалуйста, я не возражаю того, чтобы пенсионеры у нас работали на руководящих должностях в бюджетных учреждениях. Но муниципальная служба и работа в администрации, вы должны работать, готовить молодые кадры. У нас база на 15-й год где-то на 10 миллионов. Почему? База. А в результате того, что мы объединяемся в округ, и у нас один из доходных источников – это налоговое имущество юридических лиц, он у нас осуществляется теперь в городской округ. И у нас выпадает здесь, таким образом, мы просчитали 50 миллионов. Но мы наблюдаем динамику повышения НДФЛ на 22 миллиона и акцизы на 20 миллионов. Юдину, пожалуйста, тогда поручение тоже. Налогу на имущество юридических лиц. По Алексинскому городскому округу, Ефремовскому и по Большой Туле. Хорошо? Департаменты не довели назначение наше по Алексинскому району. Еще, к сожалению. Хорошо, значит, Андрианову тогда до 18 мне доложить, а всем муниципальным образованиям довести их по бюджетной проектировке срок до, соответственно, давайте до 17 часов в пятницу. Хорошо?